Для меня церковь – это прежде всего любовь. Любовь ко Христу, конечно. Потому что все строится только на этом. Если ты не любишь Христа, то людей ты любить тоже не будешь. Да и вообще никого, кроме самого себя, может быть. Есть очень богатые места. Вот белый гриб, черника, брусника, голубика, клюква, лось. На 4 человека, на 4 мужика, на 4 семьи, они жили все в одном доме, было 64 коровы. Стрешнило 400 метров. Сами они садили лен, грузили обозы с рыбой, с клюквой, с брусникой, мясо у кого, пушнина, что было, и ехали в город. Нарымский край служил местом, куда людей высылали за всякие государственные правонарушения. И все это началось, собственно, 17, 18, 19 век. Это мы знаем по истории, судьбам сосланных декабристов на Нарымский край, участников польского восстания, деятелей революционного движения начала 20 века, в том числе и ссыльного в Нарым Иосифа Джугашвили, который стал впоследствии Иосифом Сталиным. 1 мая, как обычно, демонстрация была. После демонстрации все разбрелись, а потом прошел слух за наш яр. Нарымский край территориально, так сказать, считался, начиная с нынешнего Кривошеинского района и заканчивая, собственно, окраиной Александровским районом. Это вот территория была Нарымского края. С центром в городе Колпашево, центр Нарымского края, Колпашевская тюрьма, как центр Нарымского окружного отдела НКВД, со своей, так сказать, историей, со своими трагедиями, так сказать, и судьбами. Мы пытались, да, в свое время искали их, с детьми такие походы устраивали, ходили по местам бывших поселений, там только одни кладбища остались. Вот здесь у нас страшные на самом деле карты приведены, нам удалось их разыскать. Это карты с расположением комендатур. И с точным распределением, какое количество семей и людей было переселено в ту или иную комендатуру. Те люди, которые присылались в этот край в качестве спецпереселенцев, с которыми обращались самым ужасным образом, бесчеловечно, их всех ссылали по классовому признаку. Они все были кулаками, врагами нарождающейся этой новой советской власти, которая решила изжить их как класс. Здесь, пожалуй, на территории Нарымского округа не было ссылки, разве что буддийских лам, потому что их репрессировали в другом месте. Здесь были достаточно много протестантов самого разного направления. Немножко здесь попали под молох репрессий мусульманские священники, католики, причем достаточно видные священнослужители. Ну а подавляющее большинство – это, конечно, священники Русской Православной Церкви, включая церковных иерархов. А вот начиная с начала 30-х годов, взятого курса в стране на коллективизацию, Нарымский край стал местом ссылки вот огромнейшего количества людей, крестьян, которых власть признала их хозяйства кулацкими, лишив всего имущества, жилья, сказать, и в массовом порядке отправляя в ссылку на территории Нарымского края. Мы ничего не знали, что нас вышли. Подъехала машина. Телега или как. Тятина сестра подошла к дверям, стала плакать. Вставайте, мои родные, уже подвода подъехала под вас. Ну что, мы соскочили, что у нас все было в ящике. Все, ну так кое-что схватили и все.
Ну, по нашим данным, сказать, в общем-то, в Нарымском крае было выслано порядка 400 тысяч человек. Это те люди, которые впоследствии получили статус репрессированных. Мая 79 года идущие с демонстрации жители Колпашево увидели стайку ребятишек, которые на палках носили черепа, взято неизвестно откуда, на вопрос о том, что где они взяли, сказали о том, что под рекой вот их там много. И когда, спустившись с проспекта Ленина, то есть на берег, высокий берег реки Оби, увидели, в общем-то, жуткую картину. Размытое захоронение, потайная расстрельная яма, и где на берегу частично лежали трупы расстрелянных людей, а другие трупы по воду поплыли вниз по течению. Это был первый день шок. Откуда взялось это захоронение, многие жители Колпашево, собственно, знали. Это была территория, где территория Нарымского окружного отдела НКВД, территория, где находилась тюрьма городдела НКВД. И эта река вскрыла одно из тайных захоронений. Оцепление милиции сначала было, а потом с войсковой части взвод солдат. Ну, трое нас гражданских в оцеплении. Пришло время обрушиться к берегу. Обнажилось захоронение, которое уверенно можно идентифицировать как захоронение жертв массовых политических репрессий 37-38 годов. Был период, когда Томск, название города Томска, многие оказавшиеся здесь люди не по своей воле расшифровывали как таежно-отдаленно место ссылки каторжников Томск. Как ворота вот в тот страшный, так сказать, преисподнюю под названием Нарымский край. Нас собрали, остальных, вот, и этапом погнали до Бийска, там больше 100 километров. И пешком. А я, мне годику еще не было. Мама несла меня на руках пешком. Пригнали в Бийске железнодорожный вокзал. Все отобрали. Было 2 мешка сухарей. Вот этим мешком только ехали в Томске. Посадили на баржу и нас повезли. А уже люди на барже умирали, их выкидывали, мама рассказывала, и привезли в Колпашево. Вот это место находится сейчас в реке, примерно на ее середине. Здесь находился клуб, стадион еще здесь находился. Когда началась волна так называемого «большого террора», кто-то отправлялся, небольшая часть, в Новосибирск, какая-то еще меньшая часть отправлялась в Томск, а большая часть оставалась здесь. И когда проходило ускоренное следствие и выносился приговор, приговоры приводили в исполнение здесь, на месте. Здесь все репрессированные живут до сих пор, вот, которые созданы, они все, весь народ знал. Прекрасно знал, что это такое. Сколько с Алтая спецпреференций было здесь. Все оттуда было.
Пострадавших-то очень много. Даже в моей семье дядя, ну, правда, он живой был, тоже под эту мясорубку попал. День и ночь в течение нескольких дней, как говорят по воспоминаниям, до 9 мая была поставлена задача как можно быстрее это захоронение просто уничтожить следы былых преступлений, совершая тем самым, собственно, акт вандализма. Вот когда эти две оты подошли, два корабля, мы читали, ну, сразу и милиция отцепили все. Буквально. Там бойцов пригнали. Ну и посыпались и кости, и тела. Ну, много-много. Много вымыли, много ушло. Тяжелая история. Тяжелая. Здесь на блокпостах, так сказать, речных топили выплывающие трупы. Ну вот я достоверно знаю историю, которую мне рассказывала дочь этого человека. Они ходили на местных линиях по деревням. Там небольшой экипаж, фактически там 3-4 человека. Что-то там им надо было подвезти или что-то такое. Не было видимого повода отказаться, да? А у него отца арестовали в 37-м, и он не вернулся. Вечером причаливает, команда сходит на берег, идет домой. Он говорит, что он остается на вахту. Он, простите, докупил водки, выпил, выехал на середину и звал отца до рассвета. Такая история. Нарым был освоен в 1596 году, то есть первый острог был построен как раз в это время. Построен он был казаками во главе с Тугарином Федоровым, 20 человек, которые ставили Нарымский острог. Это был 10-й острог на территории Сибири. Практически с построения острога сразу же и начинается сюда ссылка. И уже в 20-х годах в Нарымскую ссылку потянулись бывшие офицеры царской армии, а также и бывшие соратники большевиков, то есть меньшевики, эсеры, анархисты. Следующая волна массовой ссылки начинается с 1930 года. На этот раз в ссылку был брошен целый социальный слой населения, определяемых советской властью как кулаки и подкулачники. До Томска их везли на паровозах, в товарных вагонах, в вагонах для скота, а сюда уже они ехали по воде, водным путем, на огромных баржах деревянных, совершали свой путь. Иногда этот путь проходил от месяца до двух. Прабабушка, прадедушка были высланы сюда, да, с Алтая. Рассказывали, как это было, как их забрали ночью, как не разрешили ничего взять. Но единственное, могла прабабушка поплакать, как пришлось ей на барже пойти просить милостыню. Ну тогда кулачили, кто машину задел, кто жнейку, кто сенокосилку, кто три коня, три коровы держит, уже кулак. Как же? Моя бабушка рассказывала, она говорит, когда, говорит, мы сюда приехали, вот высадили нас с баржи, у детей-то же у вас всех по многу было. Говорит, упали вот, говорит, на колени, говорит, так, говорит, ревели сильно, потому что, говорит, невыносимой была тайга, вообще не было ничего. Кто, говорит, вот копал эти ямы вот эти вот, чтобы на сыпушке делал. До сих пор поселок Палочка, то поколение, оно вздрагивало при этом просто упоминание Палочка. Все знали, что такое Палочка, не дай бог, который два раза вымирал как раз. Согласно документам, каждый ребенок до, по-моему, 11 лет, каждый день должен получать пол-литра молока.
вот здесь. А здесь в некоторых поселках не то что ребенок, там на два раза вымирали поселки и на третий круг заходили. В июне 1931 года на Троицу вспоминали старожилы. Вот на, именно вот сюда, вот на это место, на этот высокий берег, была высажена партия спецпереселенцев, крестьян из Алтая. Баба Зоя рассказывала, что вот здесь была непроходимая тайга. Кедрач стоял. Не пил, ни топоров. Чуть ли не голыми руками копали себе эти землянки. Частушку такую Баба Дуся пела, Царствие Небесное. Пароходы идут, думали за нами, а они нам привезли пилы с топорами. То есть корчуйте, сейте. Когда Яков Свердлов находился на высылке, можно сказать, вот, в Максимкино Яру, а Сталин был на Риме. А эта местность, вся это считалась Нарымским краем. Ну, здесь жили остяки, и когда, видать, тут исследований было, что здесь земля. И поэтому наших этих алтайских привезли сюда. А здесь тайга, страшно, гнус. Все, что с собой привезли, у кого что осталось, кто у кого там из съестного мука, у кого там крупа, у кого там лапшишка, кто, ну, кто горох, сыпали все в одну общую кучу, и, значит, начальник назначенный делил на каждую семью по ложками. Сколько едоков, столько ложек. Пять человек, пять ложек. Первый год, баба говорит, много умерло стариков и маленьких детей. Сначала хоронили, сначала даже гробы делали, а потом уже сваливали, складывали просто в общие братские захоронения. Получается, здесь вот если 7-тысячную баржу разгрузили здесь, то на перепись 33-го года здесь осталось всего в четырех поселках 700 с небольшим человеком. То есть вот это все остальное здесь они полегли, сложили головы. Покойники умирали. Вытащат его в стенки зимой-то, и он лежит. Закрывают соломой, чтобы хоть не страшно было. Увозили, ну, зимой не копали яму, а в снег сваливали. Привезли шалаши большие из брезента. Внизу торфяное, как говорится, мокрое болото. Сверху дождь идет. Отец смотрел. Стали умирать малые да старые. Что так? Гибель, что так? Посадил 8 душ человек в эту лодку. И поехали. Ночами едем, днем боится ехать, потому что поймают. Я мамину птичку сосу, а в птичке кровь течет. И губы у меня в крови. Вот. А брат кричит, комар заедает, а есть-то нечего. Кричит, глоточка болит. Гляд, пароход идет. Сели на пароход. Но нас садили здесь Могочины, под кандидатуру взяли. Нас в каталажку еще закрыли под замок всех. Вот я в такой жизненной ситуации я выжила. Даже другой раз думаю, Господи, кровь матери насосала и живая осталась. Это же невыносимо так.